Какая зараза позволяет себе смотреть: «О, ты не сделал вакцину, это мое личное право, это моя жизнь, и мне решать, болеть мне или нет». А вы от этих вакцин карманы себе набиваете. А люди здесь нервы мотают и не знают, ставить их или нет. И вы еще нас принуждаете. И эти твари еще говорят про свободный рынок. Хотя сами принуждают нас, по сути, покупать свой товар. А ты не будешь покупать нашу вакцину, а мы тебя в самолет не пустим. Твоих детей в школу не пустим, потому что ты вакцину нашу не покупаешь. Это они нам говорят о рынке, о свободном. И при этом начинают говорить: ну это же забота о здоровье, ты свою заботу бабушке проявляй, а не к нам, а мы сами будем решать, как нам жить. А мы организацию всемирную выдумали, ВОЗ, она теперь диктует, она пусть тебе диктует, барану. А мы при чем? Мы туда не вступали. Это вы там с десяток баранов решили, что вам это выгодно, чтобы продавать ваши лекарства и пичкать нас какими-то вакцинами.